Всем привет! Я рисую рисунок на тему, как помогала электроэнергетика на войне. Я здесь изобразил двух танкистов, которые чинят танк сваркой. А сварка без электроэнергии невозможна. Поэтому я нарисовал провода, от которых идет провод для сварки. Вот. Этой сваркой они заваривают гусеницу сломавшегося танка, который повредили на войне. Возле него деревья и остальные инструменты.